Теперь по браслету можно смотреть прогноз погоды. Очень удобно, когда ты в дороге. Я добавила в твой ПХК убежище от дождя. Оно поможет тебе и твоему грузу остаться сухими, пока погода не улучшится. Воздушный транспортер — это что-то вроде тележки. Хиральные кристаллы позволяют ему висеть в воздухе и двигаться над пересеченной местностью. Ты можешь положить в него груз и везти к месту назначения с минимальными усилиями. Если одного не хватает, его можно подцепить к другому и взять оба. Не забывай, для работы транспортеров необходим запас хиральных кристаллов. Следи за тем, чтобы у тебя их хватало. Поздравляю, Сэм. Твой ПХК, так сказать, поднял уровень. Теперь ты можешь возводить более сложные постройки. Мама тебе расскажет подробнее. Сэм, в твоем ПХК теперь есть схема базы. Это довольно большая постройка, так что тебе понадобится много времени и материалов. Но зато она практически заменяет личное помещение. Попробуй. Так держать, Сэм. Ты делаешь важное дело.
Разрешено. Here it is.
Строительство завершено. Thank you.
Так держать, так держать. Вперед. Предсказывать погоду – это как предсказывать будущее. У некоторых животных есть шестое чувство, позволяющее им избегать опасности. Но у нас есть кое-что получше, способное собирать и анализировать данные. Только люди обладают возможностью строить планы. У нас есть способность ежедневно представлять себе, каким будет завтрашний день. И наше воображение когда-то позволило создать богатую, яркую культуру. Но где-то по ходу дела мы утратили картину будущего. Мы превратились в животных, которые живут только сегодняшним днем.
Как дела, Сэм?
Вот бы мне такую подзарядку. Ну вот. Погнали. Thank you.
Спасибо. Бриджит всегда был добр к нам. Поначалу Амелия была нам близким другом. Она ценила то, что мы делаем, и помогала нам восстановить ферму. Мы долго ждали шанса подключиться к сети. Давай-ка глянем на эту твою пшеницу. Ну надо же. Это все нам? Серьезно? Как тебе это удалось? О, ты молодец. Ты Фреджа случайно не знаешь? Если увидишь ее, передай сообщение от нас. Скажи ей спасибо, что спасла нас. Если бы не она, то южный узел и наша ферма были бы стерты с лица земли. Она герой. Можешь такие передать. А, точно, сеть. Сможешь нас подключить? Сэм, за тобой ведь бывало гнались мулы, обнаружившие твой груз, да? Чтобы предотвратить такие ситуации, мы улучшили твой сканер грузов. Допустим, тебя пингуют. Если правильно выбрать момент, то можно ответить им тем же и отменить их импульс своим. Они ничего не узнают, а ты сможешь идти дальше, но нужен точный расчет.
Спасибо. Вот теперь мы извлечем пользу из темпорального дождя. Наша ферма побьет все рекорды. У нас есть поля для испытаний, но мы не могли предсказывать темпоральные дожди, и поэтому результаты были не очень. Здесь темпоральный дождь шел часто, и мы представляли, когда сажать, когда убирать урожай. Но потом пришли террористы и все испортили. Слишком много трупов и кратеров. Погоду стало невозможно предсказать. Слава богу, сетевые прогнозы позволят привести все в норму. Если все получится, мы сможем увеличить наше производство и обрабатывать огромные поля. Мы продолжим генетические исследования, постараемся создать самоподдерживающуюся экосистему. Может, при этом мы даже узнаем что-нибудь про темпоральный дождь. Работы предстоит много, но она меня не пугает. Спасибо еще раз, Сэм. Ты подарил нам надежду. Скорее бы собрать урожай. Так держать, Сэм. Полпути пройдено, ты сможешь. Вы только посмотрите. Ты только что подключил ферму темпорального дождя к сети, а у нас уже есть заказы. Будет что прихватить по пути назад. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.